Юху! Всем привет! С вами Енот, и мы продолжаем The Walking Dead. Где что-нибудь? Пока нет. Я знаю, они где-то здесь, где-то рядом. Блин. Банка. Интересно, сильно просядет FPS, я сейчас пытаюсь обрабатывать. Просто сюда. О, черт, ты нажал его. По-моему, проседает. Давайте сделаем так. Вроде не сильно. Ну ладно, посмотрим, если что, ну будем в следующий раз не обрабатывать. Я просто должен знать, при каких играх можно обрабатывать, при каких. Кто-то скажет, ему надо не мешать игрокам играть. Видишь кого? Ну в смысле, то есть не мешай людям смотреть, обрабатывать, а когда сам тестируешь. Ну извините, я же не виноват, чтобы вы выпали в роли тестировщиков. Я же еще только начинающий. Looks empty. Похоже, тут никого. Прикрой меня, Ли, я собираюсь проверить палатку. Все-таки провисает, не знаю, насколько провис... Сильно или не сильно, но попробуем. Все опять из-за этого дедрестника. Чисто. Этот лагерь слишком мал. Это точно не их основная база. Я тоже так думаю. Давай осмотримся. Где-то здесь есть все, что они украли у нас. Конечно, тут. Даже идет как-то делать. Пулан, кто у него? Есть кто внутри? Два спальных мешка, один из них детский. Пулан, кто у него? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Блин, чё, а как мне от тебя избавиться-то? Nothing. Ничего. Empty. Пусто. Он как-то даже идет, по-моему, слегка тормозит. Что в коробках? Они все из сейф-лотов. Первые несколько дней они сказали людям забирать все, что есть в сейф-лотс. Есть что-нибудь полезное? Нет, если только тебе не нужны пустые банки. Обойдусь. Ты идешь оттуда? Нет, дашь мне зайти внутрь? Ага. Есть ящик с фермы. Возможно, еда, которую мы им дали. Эти гады перешли черту. Ага, диктофон. Что ты нашел? Видеокамеру. Так, посмотри-ка. Батарейка села. Хорошо. Что еще у них тут? Жаль, что есть. Давай посмотрим. Может, найдем что-нибудь полезное. Вижу, ты хорошо обращаешься с пушкой, которую я тебе дал. Ты охотник? Нет. Нет, но Лили нас часто тренировал. Лили, да? Ты говорил, что она у вас главная. Похоже, у вас отличный лидер. Да, отличный. Что за чёрт? Не шевелись. Черт. Брось оружие.
Я не отступлю, можешь передать. Джолин не отступит. Эй, у нас был договор. Вы не стреляете по нам, мы даже дадим вам еду. И какого черта вы его нарушили? Договаривайся с ними, я не они. Я знаю тебя. Я знаю, кто ты. Знаю, что ты сделал. Ты меня знаешь? Кто ты такая? Слушай, я здесь небезопасно. Нужно вернуться на ферму. О, я здесь гораздо безопаснее, чем там. Поверь. Может, вы меня не расслышали? Я просила вас опустить чертовы пушки. Думаете, я не убью вас? Я возьму этот арбалет и пущу как раз силу блестящую стрелу прямо в глаза. И выбью твой фигов мозг. Вы не люди, вы чудовище. Вы люди чудовище. Бери, берите, что хотите. Да, пошел. Нельзя тут медлить. Бля, даже девочка для вас на то же. Забываешься. На-на. Нифига себе там разнесло. А я бы все равно убили, либо я, либо он. Это черт. Зачем ты это сделал? У нас с ней был уговор. Ты слышал ее? Она зашла слишком далеко. Да, она была просто безумной, но не нужно было и убивать ее. Я понимаю, что она безумная, но... Черт возьми. Пусть он боится, что мы выстрелить можем. Хороший выстрел. Оставайся. Что? Осталось здесь не нужно. Значит, все, возвращаемся. Если их здесь нет, я не знаю, где они. Будет плохо идея бродить по лесу искать их. Так что да, возвращаемся. Как только они это увидят, то получат сообщение. Надеюсь, сильно здесь не просядет, это будет обидно. Идем. В общем, вот эта история до этого, ее вообще никак нельзя изменить. Только выстрел будет либо выстреливает он, или я. Так что, видите. Я, конечно, повторяюсь, но все равно я просто пытаюсь вспомнить, что еще могло измениться. Помню ничего. Только так. Тут вообще мало выбора. Меняются только либо действующие персонажи, либо чуть-чуть диалоги. Что? Ты был так, как будто сумасшедший, убил эту безумную гадину. А вернулись. Что там случилось? Ли обо всем позаботился. Терри бы хотел. Не этого. Кто такой Терри? Мой муж. Скучаю по нему. Каждый день. Тогда все испортим. Почему бы и нет? Пойдем, успокойся, принцесса. Я сам посмотрю что-то. Что с ними? Что с ними происходит? Не знаю, судя по всему, они ругаются. Все напряжены, а? Не обращай на них внимания, они такие. Они оба хотят быть главными, понимаете? Ну, наверное, это говорит за них голос. Но сейчас мы все немного вспыльчивы. Скоро мы это исправим. И Ли, не забывай. Не забивай голову этими бандитами. Извини, что сегодня ты видел больше насилия, чем думал, но здесь вы все в безопасности. Не волнуйся. Думаю, мне стоит. Только не уходи слишком далеко. Ужин будет готов. Скоро. И благодарю Кати. Катю, она у вас хорошая, она порвала с коровы. Эта женщина просто спасительница. Да. Клементина. Все поэтапно. Сначала Кенни. А где Кенни?
Так, там это сидит со своим отцом. А куда пошел Кенни? Кенни. Наверное, сюда пошел. Но мне надо будет со всеми поговорить, иначе, по-моему, скрипт здесь не сработает, как бы я ни старался. Вообще меня убивает, что вот такие вот игры такого жанра умудряются как-то провисать. It's okay, Clementine. Все хорошо, Клементин. Можешь погладить ее. It's okay, go ahead. Все в порядке, давай продолжить. Вот такая молодец. Класс. Катя сказала, что у Мэйби сегодня ночью родится теленок. We'll see, Clementine. Посмотрим, Клементина. What's this thing? Что это за штуковина? Папа сказал, это называется соль лизунет. Yeah, да, но не лежи ее, она невкусная. Did you lick it? Ты лизал ее? I don't know. Я не знаю. Явно лизал. На тебе кепку. Here, Clementine. Держи, Клементин. Моя кепка, ты нашел ее? Я знал, ты найдешь ее, как и обещал. Слушай, а ты никому ее не давала? Нет. Ты видел каких-нибудь незнакомых около мотеля, кто мог взять ее? Нет. А что? Пустяк, просто дай мне знать, если увидишь что-нибудь там. Вроде. Хорошо, я сделаю. Эй, Ли, думаешь, у тебя когда-нибудь будут дети? Не знаю, я давно не думал о том, чтобы завести детей. Ну, спасибо, что нашел мою кепку. Не за что, Клем. Хочешь погладить корову со мной? Нет, но ты можешь. Все, они пусть тут разбираются. Капец, он провисает. Все-таки давайте еще раз проверим, насколько сильно провисает. Блин, заметно. Тупой дейтрейсинг. Может, не игры. Ну ладно, это, думаю, за вечер склеится, там посмотрю, чтобы ничего не испортилось. Ну, если что, серия задержится. Ты тоже заметил замок, не так ли? Ли, они прячут что-то за этой дверью. Я загляну туда, у них есть ящик с хламом и что-то металлическое и острое. Не будь параноик. Это моя работа, быть параноик. Вся моя семья на этой ферме. Как насчет тебя? Или Клем? Я буду защищать ее, несмотря ни на что. Я знаю. Смотри, этот парень с Катей, как там его звать? Он хорошо ее замер. Как только мы вошли, я услышал звук за дверью. Какой? Я считаю, мы должны проверить. Найди молоток. И я в два счета сниму эту штуковину. Постой на стреме, на случай, если покажется. Постой на стреме. Эй, мужик, одумайся, ты сломаешь замок, а что если мы не правы? Ты профукаешь шанс накормить детей, которые хочешь защитить. Думай головой, Кенни. Хорошо, профессор, что ты придумал? Да я сначала взгляну, с чем мы имеем дело. Эй, Ли, ты же знаешь, как открывать замки? Нет, а почему ты так подумал? Ну, ты же, ну, знаешь, из гетто. О, ты не сказал то, о чем я подумал, а? Господи, мужик, я из Флориды, всякая фигня порой вылетает мне изо рта. Извини. Ты сказал бы, что ты негр, все. Что? Видишь эти шурупы? Мы можем попасть внутрь, не ломая замок. Просто открутим шуруп, а затем поставим все назад. Как ни в чем не бывало. Отлично звучит, как будто у тебя созрел план. Я попрожу вокруг и присмотрю. Точно. Черт, я думал, его зовут Дэнни. Парни, помочь я тебе могу? Что за этой дверью? Просто инструменты. Мы держим их на замке, чтобы люди из леса не украли. Мы бы погибли без наших инструментов. Эй, сделайте мне одолжение. Отвалите от этой двери. Просто знайте, мама нервничает. Эндрю, мне снова нужна твоя помощь. Без проблем. Сию секунду. Инструменты показал бы и все. Пусто.
Уста. Я ж тебя скручу. Соль, лизунец. А я не помню, где отвертку брать. Где-то в ящиках с инструментами. Возможно, даже не тут. А снаружи. Я давно в ней играл? Какая мышь дохлая. Ну ладно. Мне нужна отвертка. Не здесь. Бесишь меня. Как такая женщина, как ты, успеваешь следить за всем этим домом? Ой, я просто хорошо справляюсь, да еще и мои мальчики меня выручают, без них я бы точно не справилась. Флиртует уже все. Так, что там? Мне нужны инструменты. Вон, вижу. Тут ничего не нужно, а вот тут бы я взял. Я возьму это ненадолго. Ага, я смогу этим мультитулом что-нибудь сделать? Так, это зачем-то надо, да? Крышка. А зачем мне это взять? Я не помню. А, вот ты. Чё, зараза, ты же такой быстро движешься. Надо как-то её снять. Вот, самый большой кусок мусора, который видел. Кто-то все время отключает. Мне нужна какая-то фигня, которую я могу ее скрутить. Но не это. А какая? Получается, его нужно выкрутить, пока он будет там шариться. Зайти и... Что? Забор это. Мне нужна отвертка. Блин, я уже забыл, где ее нахрен. Ничего. Не, серьезно, вы че? Барвилы. Как мне это сделать? Я помню, что, по-моему, чем-то я снимала. Чем? Что вот эти мне не дадут сейчас использовать. Пока мы его не выкурим, мы это не узнаем. Hey guys, ребят, серьезно, перестаньте заниматься фигней. Ну вот, хватит уже. Что я могу сделать? Empty. Пусто. Как-то можно, по-моему, профукать это, но я не знаю как. Где-то я пропустил инструменты, а вот где? Боже, like всякая грязная одежда и мусор. Пахнет отвратительно. Называется, хотел побыстрее сделать, в итоге не помню, где чё. Чё же за день-то такой у меня сегодня? Где-то мне надо утащить инструмент, с помощью которого я могу снять...
с петель. Может, топором? Давайте проверим. Здесь я, по-моему, все обшарил, здесь нету, это точно. Говорить внутри с ней не особо я вижу смысла. Рад, что починил эту штуку. Давай. Я не могу вот сейчас ходить. Нормально. Вот, должен сработать. А, я что-то затупил, почему я не так сделал? Черт. Где он откопал этот кусок мусора? Ты не порвал ремень? Черт, возьми, вот отстоишь, черт. Починка займет вечность. То есть его не смутило, что ошметков ремня там нет, вообще ничего. Я понимаю, если бы Лип хотя бы его порезал или еще что-то. Топором рубанул на крайняк. Я не думаю, что у фермеров займет починку вечность. Они этот ремень могут еще что-нибудь другое сделать. Из кожи. Также взять. Замутить. Давай, давай, давай. Еда! Мам, дад, динер тайм! Мам, папа, время It's ужинать, время ужинать! Okay, honey, хорошо, дорогой, давай, позовем отца. Дад, пап, дад, пап, давай, come пора on, есть! Кенни, пойдем, милый. Кенни, ну же, не заставляй детей ждать. Я замолвлю сделать словечко. Сними эту штуку. Мы можем снять, а можем уйти. Давайте снимем. Чем подставляет руку, если он не ловит нифига? А, типа держит, наверное. Сколько кровищ. Парень, ты не слышал звонок? Время ужинать. Лицо такое доброе. Почему здесь столько крови, а? Слушай, мы храним здесь еду. Дэнни и я много охотимся, чтобы вас всех прокормить. Когда мы выловим кого-нибудь в лесу, добычу мы разделаем здесь. Маме не нравится, когда мы делаем это в доме. Теперь ты убедился? Не о чем беспокоиться. Все это кажется мило, да? Но мы же знаем, что это подстава. Ну, в смысле, кто играл? Кто не играл, но узнаете, это подстава. Бисквит, ух ты! Извините, не беспокойтесь. За беспорядок, нам пришлось заблокировать заднюю дверь. Жесть, короче. Тупой антивирус. Какого черта вообще предложил мне перезагружаться? Никогда еще не предлагал. Не беспокойся, это было достаточно давно. Ну-ка, все сели. Пойду принесу еду. А, вкуснятина. Я могу здесь лошадь. Где Марк? Не стоит беспокоиться о нем. Я уже несла ему еду наверх. Дай ему немного отдохнуть. Не против, если сначала помою руки? Ван сразу на выходе из холла. И вымой под ногтями. Ты же так ковырялся в грязи весь день. Какой-то лосьон.
А руки ты мыть будешь, не будешь? Помогите! Да, игра жестко проседает. Уже FPS 55. Обрабатывать я буду. Да блин, весь вечер. Хорошо, сейчас детрейсинг обработался. Блин, я пытаюсь три файла там склеить, он капец криво обрабатывается. Придется как-то клеить его, не знаю как. Разберемся. Если что, ну, пропустим серию, что поделать. Одну, две, три. Давай, напалим, надо провода дальше. Что за черт? А мы быстро все разрулим. Та-та-та-та. Да, я первый раз когда увидел, я офигел, да, сейчас жесть. Жестче, чем сделать. Лиги. Марк. Марк, какого черта тут произошло? Братья. Какого фига с тобой случилось? Нет. Ешь. Ужин. Ли, там ты уснул, ужин уже на столе. Все тебя ждут. Ух, барбекю. Клементина. Понимаете, да, что это за мясо у него там? Беги быстрее, беги! Офигеть, мясо. Don't eat that! Не ешь ты это! Что-что-что? Ли, господи! Ты что-нибудь тебе нашло? Сейчас нашел? Сядь на место и успокойся. Эта женщина приготовила тебе еду. Ну, Ли, что произошло? Марк is upstairs. Марк наверху с отрезанными черт ногами. Ты едите его. Какой черт, спокойно, спокойно. Ты пугаешь детей. Ли, что он тебе дошло? Не подогайте ему, Лили. С этим парнем всегда что-то не так. Они хотели торговать нашим мясом. Хотя зайдем крыша поехать. Марк прямо сейчас наверху без ног. Брента. Брэнда, скажи мне, что мы не едим сейчас? Его. Это правда. Все было так хорошо оказаться для вас, ребят. Он бы все равно помер. Мы должны думать о выживании. Успокойся, дорогой. Если ты вырос в сельской Джорджи, то тебя учат быть экономичным. Так была воспитана я и так воспитал своих детей. А теперь у нас тут монстр бродит вокруг, который ничего не делает, кроме как поедает людей. И для чего? Чтобы бить дальше, пока не подвернется кто-нибудь еще. Ой, слышите, мы превосходим вас число. Ли, это не очень-то вежливый намек. Энди прав. Мы используем людей, которые все равно должны были умереть. Так или иначе. Вроде вас. Кенни, подай свою пушку. Кенни, нет. Никто никуда не пойдет. Здесь вас может... может и много. Но вас дали. Будь дала. Что за... Какого черта? Что за... Отпусти свою пушку. Мы уходим. Я не хочу умирать. Послушайте, все будет хорошо. Ли... Ли... Вообще, все время палит. Я убью тебя!
Пожалуйста. Кто-нибудь. Жесть. И я такой, здрасте, в челюсть прямой. Классно, да, прилетело? Откройте эту чертову дверь! Вы не можете держать нас здесь! Откройте, я голыми руками разорву вас! Прекратите изучать, нам нужен один другой способ! На, нечего есть! Вы больные чертовы гады! Откройте дверь, черти! Я вышибу эту чертову дверь! Ли! Папа, успокойся! Это был человек, они пытались заставить нас съесть человека? Но ты же этого не понял? Нет. Остальные, я не черт возьми. Если бы не плялся, ты как улитка. Ну ладно, пап, сейчас и подходящее время. Это выход? Да, через эту чертову дверь. Если не тронут мою земля, я поймаю этих всех гадов. Они заперли нас. Я думаю, это холодильник. Вот и психо, Катя, и так. Открывайте. Чертовы гады. Папа, пожалуйста, остановись. Этот чертов зазвонок привел нас сюда. Может, наконец заткнешься? Мне страшно. Не бойся, все будет хорошо. Я найду нам выход отсюда. Пожалуйста, я выбью проклятую дверь. Пап, ты не можешь. Да, сердечно приступ, чувак, это плохо. Боже. А я думаю, если бы узнаешь, что не сердечный приступ, его сажать следующим. Нет, папа, ну же, папа. Боже, он не дышит, кажется, у него сердечный приступ. Черт, он умер? Он не умер, кто-нибудь, помогите мне. Я, черт вы, он же умер. Он не умер, умрет. Ты знаешь, что произойдет, Ли? Подумай, ты видел того беднягу в мотеле, как быстро он превратился. О чем ты говоришь? Лили, мне очень жаль, правда, правда жаль. Но через несколько минут мы окажемся заперти в комнате со 140 килограммовым и совершенно разъяренным мертвяком. Пошел нафиг! Мы можем спасти его! Ли! Будем оплакивать его позже, а сейчас нам нужно предотвратить его возвращение. Нет! Черт возьми, Кенни! Он не умер! Что могу сказать? Ситуация... Мы как бы с одной стороны должны логично поступить, попытаться помочь ей, но... Результат будет всегда один и тот же. И я решаю, что нам лучше, конечно, Кенни прав, что если он откинет копыта, то он, конечно, всех нас расфигачит. Но спасти его не получится никак, поэтому я лучше помогу. Может, ты и прав? Нет, черт побери, мой отец выживал и в ситуациях хуже этой. Послушай, Кенни, тогда в аптеке, когда все думали, что Дака укусили, я поверил тебе на слово. Что нужно проступить теперь? Это другое, Дак не был укушен. Ну да ладно, мы же знаем, что этот парень не выживет. Помнишь, так говорил Бен? Нужно разрушить мозг. Ну же, Ли, я правда, я знаю, ты можешь меня поддержать, ты всегда поддерживал. Черт, возьми, Ли, ты нужен мне, пожалуйста, помоги мне. Чай тебе нужен, я же не буду делать искусственное дыхание. Ты прав, Кенни. Давай покончим. Вы чертовы уроды. Вы оба монстры. Я не хочу смотреть. Нет, 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 нет. Отпустите. Нет, не делайте этого. Нет, 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 нет. Пусти меня. Нет, пожалуйста. Не надо. Жесть, конечно. Нет. Да поможет нам Господь. Не очень жаль, я знаю. Не трогай меня. Клементина. Клем. Ты в порядке? Почему Ли? Лили говорила, что он не умрет. Он был мертв, Клементина. Но если бы не был? Был. Я уверяю тебя. Тише, тише, я знаю, я знаю. Но ты сейчас должна быть сильной, мне нужно, чтобы ты была сильной. Подумай о чем-нибудь. Другом. О чем-нибудь хорошем. Например?
Ну как ничего твои реакции? Те разговоры по дорожку с мамой или папой. Иногда. Мы выберемся отсюда, да? Ты найдешь выход? Я работаю над этим. Я знаю, где выход. Дойдите лес. Интерес, за этой штукой должен быть воздуховод. Может, он достаточно большой, чтобы один из нас пролез? Но не знаю, Ли, выглядит рискованно. Кондиционер снимается? Думаю, я мог бы его снять, если бы у меня было что-то, что можно... Чем можно отключить винты? Винты. Ой, винт. Ну, конечно, они забрали мой мультитул. Возможно, мы сможем использовать что-нибудь другое? У меня есть камушек. Камушек не поможет. Но с монеткой может получиться. У тебя есть монетка? Не. Да, и вот в одном разговоре толстый чувак говорил, что у него есть монетка. Уйди. Мне просто нужно. Я сказала, отвали. Сейчас и ты получишь. Мне нужно с ним поговорить. Билли, мне очень жаль. Не говори со мной. Не говори со мной. Ты должна взять себя в руки, Лили. Зачем? Ради тебя? Чтобы ты почувствовал облегчение после того, что ты сделал? Ради себя. Точно, потому что ты так офигенно заботишься обо мне. Кажется, я нашел выход из меня. Мне нужно что-нибудь, чтобы открутить винты от кондиционера. Открутить. Если у тебя есть что-нибудь, что я мог бы использовать как отвертку, монетку или другую... Нет. А что насчет него? Послушай, я знаю, сейчас ужасное время для этого, но... Еще в мотеле Ларриш напоминал о монетах в карманах. Другими словами, мой отец для тебя полезный мертв. Полезный мертвый, чем живой. Если бы он был жив, у него был бы ключ отсюда. Думаешь, он бы его оставил себе? Что тебе нужно? Мое благословение, чтобы обшарить его труп? Твое разрешение. Делай, что хочешь. Неадекватная женщина. Вот чёрт. Есть предположение, в каком кармане держал мелочь? Чё за тупой вопрос? Чёртов стервятник. Он же на меня бесит. В карманах, на штанах, да? Он до сих пор носит бумажник? Кольцо. Мамин. Не беспокойся, я не заберу. Ну вот. Два четвертка и десятка. 60 центов. Нужно просто крутить эти винты и снять устройство. Давай, давай, я сейчас откручу. Я не такой откручу. Четвертаком крутить. Получилось? Да, остался еще один. Как мне это выбораживает? Вот и наши выходли. Клементина может пролезть. Похоже, что он ведет прямо в подсобное помещение. Я знаю, ты достаточно смелый. Мне страшно. Помнишь домик на дереве? Ты продержалась несколько дней. И я спасла тебе жизнь. Точно. Ладно. Ползи давай. Не беси. С тобой все будет хорошо. Что мне делать, когда я выберусь? Посмотри, сможешь ли ты выбраться с противоположной стороны. А там потом открывать дверь, если сможешь. Интересно, я успею за 10 минут еще закончить серию или нет? Ну, сейчас посмотрим, во что это выльется. Кенни бы так и так убил бы Ларри, просто иначе мы испортим отношения с Кенни. А мы знаем, что Кенни во второй части будет. Okay? Ты в порядке? Кого-нибудь видела? Нет, но там снаружи человек.
Лили, нужно уходить. Оставь меня в покое. И я вижу его. Здесь небезопасно. Ради всего святого, Ли, я даже не попрощалась. Да заприте ее здесь. Иди сюда, у меня есть идея. Оставайся здесь, я позабочусь. О нем, ладно? Хорошо. Здесь они, походу, все-таки пилили всех подряд. И людей, и животных. Я говорил, что что-то не так с этой комнатой. Это чертова человеческая скотобойня. Так, мне надо взять какое-нибудь оружие. Виллы. Серп. Давайте серп, ему больнее, мне кажется. Пошли, у нас нет времени раскисать. Вместо того, чтобы следить за входом, он следит. Слушай, дождь. Ну, пошли, не идем, нет? Че не так-то? Ну, да какой план? Этот придурок так занят собой, что мы легко проскочим мимо него. Держись позади меня. Если что-то случится, пойдет не так, когда доберешься до входа, постарайся убить его. Звучит неплохо. Хорошо, ты готов? Ну, конечно. Хорошо, пошли. Держись ближе. Неправильно держать меня здесь всю ночь. Я ничего не сделал. Что не мне делать с этой шестеркой? Дэн, почему ты не в амбаре? Просто охраняю, как ты приказал. Так хватит сидеть под дождем, как идиот. Мама сказала, что нам нужно убить их и избавиться от проблем. Одного оставляем, остальных убиваем. Можно мне выбрать, кого оставить? Не детей, слишком мало мяса на дне. Вот уроды. О, я знаю, Мэйн. Чё он говорит там? Что он делает? Капкан ставит. Что он делает сейчас? Да тихо ты. Что происходит? Да не знаю, не вижу ничего. Не было вообще ничего. Ай-ай-ай. Да я же нажал! На, серпом. Да ладно, он будет смотреть. На, да, под ребро его. На! Где моя семья, мудила? Тебе их не вернуть. Нам нужен ветеринар. Нет. Кэт. Ли, ну же. Просто иди, я буду неподалеку. А, ты видишь? Сейчас ты понял? Не так? Теперь ты можешь меня убить. Вот так работает теперь этот мир. Отдай часть себя, чтобы остальные смогли жить. Ты сумасшедший, та сумасшедшая женщина пыталась меня предупредить, а я убил ее. Эта гадина ничего не понимала, она почти профукала нашу лучшую сделку. Ты можешь оставить меня в живых, если убьешь меня, мясо испортится. И тогда ты не сможешь съесть меня. Ты уже испортился. Сделай это. Я знаю, ты это... На, умри, собака. А можем воткнуть сюда? Нет. Он заслужил смерти. Я уже убивал, нормально. Боже, нет. Катя.
Просто иди, я позабочусь о Клементине. Новый эпизод доиграем, и, наверное, эту серию закончим, так что... Держитесь, я его пойду. Ну, досталось, по-моему, не так долго. Кенни! Кенни! Хороший дождик. Какого черта? Кто это? Так. Так. Да, в глаз неприятно лазер. Так. Да. Что это за фигня? Азбука Морзе. Ты меня почти ослепил. Ох, извини, это я привлек твое внимание. Ну, привлекал, точнее. Мы слышали крики из-за бара. Что происходит? Эти люди полные психи. Я знал, я говорил, что нельзя им доверять. Где все? Что мы можем сделать? Ларри мертв. Они отрубили Марку ноги и хотели накормить нас и его мясо. Господи, это полный отстой. Они все еще удерживают Катю и Дака в доме. Я не знаю, где этот чертов Кенни. Хорошо, мы идем на помощь. Нет, если мы будем штурмовать дом, то вызовем панику. Вы двое попробуйте найти черный вход, я пойду через главную. Хорошо. Пойдем, Ларри, сюда. Ты уверен? Да. Нет, да. Нет, ради бога, нет. Просто заткнись, у тебя все будет хорошо. Что-то происходит. Я возьму пацана и схожу проверю. Нет, пожалуйста, не трогай моего мальчика. Успокойся, я не хочу навредить всем вам. Энди, Дэнни, это ты? Что там происходит? Да, это я. Господи. Иди сюда. Отпусти меня. Ли! Назад! Не подходи! Тебе нужно было шпионить, не так ли? Отпусти ее, Брэндон! Черт, а? Ли, прошу, ни шагу больше! Брэндон, послушай меня, ты же знаешь, что ты не хочешь этого делать. Просто уйди отсюда и оставь нас одних. Стой на месте, повторять не буду. Отпусти пушку. Ай! Не получилось быть круто. Ладно. Чего нужно было шпионить? Походу ходить и нельзя. Ну да, у кого пушка опасно ходить. Да, понял. Просто уйди и оставь. Да как я уйду и оставлю вас, когда ты взяла в заложники? Да понял, я понял. Подумай о том, что ты наделал. Все не должно так закончиться. Я убью ее, Ли. Просто отпусти меня. О, Марк. Стой, не делай глупости. Отпусти ее, Брэнда. Прошу, послушай его. Я сделаю это. Прошу. Я не хочу тебя убивать, Ли. Так не делай этого. Пожалуйста, не делай все еще хуже. Стой на месте. Давай, Марк, цепани его. Отомсти ей за все. Все, атаки. Они забрали так. Где Кенни? Я сказал, стой на месте, урод. Не смей трогать моего. О, боже. Отпусти его, черт. Этого не произойдет. Энди, не надо. Замолчи.
Пап! Так это же немного зарядно, ему перезарядиться надо. Энди! Вы что, себя возомнили? Смотрите, что вы наделали! Закрой пасть, ты! Ты думаешь, я тут играю? Все, что мы хотели, это бензин. Как он стреляет? Ее же заряжать надо. Что-то они продумали, автор. Ну ладно, это мелочь. На нах, челюсть. О! Починил. Вставай, вставай. Ну давай, давай. Эй, я же нажимал там. Не сработает. Давай. В смысле, давай? Сколько мне еще сжать-то надо? Походу надо проиграть, да, по-любому? Ага, эта собака не помогла. Лили, помоги! Сам справлюсь. Ну пиво. Да, фига, сломай ему прям все, что можешь. Надо показать, кто главный. Фигач. А что он задал? Нанна. Нанна. Я тебя сделаю красиво. Ты будешь страдать у меня. Господи, иди. Сейчас ты отгребешь у меня. Давай, пошли отсюда. Это все, что ты можешь? То есть ничего? Зубы сломались. Все кончено. Иди нафиг! Как только Дэн и Ма придут, вам всем будет капец. Они оба мертвы. Что ты наделал? Что ты наделал? А что ты хотел? Вообще наглый? Сожрали моего друга, и что я наделал? Даже не смей уходить от меня, Ли. Вернись сюда и закончи. Мы закончили. Они заслужили это. За них умерло два человека. Два. Два на три. Хороший обмен, в принципе. Ну а что, оставлять нельзя было ни одного. Если, допустим, он выжил, его бы вылечили. Они же пытались нас убить. Они заходят. На выстрел, да, пошли. А хорошее было место, мы могли всех убить и захватить. Пойдем. Тут есть ферма, можно выращивать и печь. О, это уже выкарабкалось. То есть, понимаете, варианты остались. Можно было двоих спасти. Мать бы мы по-любому не спасли, а этих двоих мы могли оставить живыми. Да, вот про этот выбор я не совсем понял. Ну, в смысле, он в конце объяснится зачем, но просто...
Почему мы будем по-любому виноваты, независимо от того, что мы выберем? Я теперь главный. Эй, Ли, я правда извиняюсь за то, что не смог вам. Никогда не думаю, что лазерная указка спасет мою жизнь. Никогда не думал. Я рад, что ты пришел именно в тот момент. Нам надо было держаться вместе. Они правда рубили там людей? На еду? Да, Клементину почти съела немного мяса. Мужик, это капец как. Клементина, она же не знает, правда? Она не видела или... Я остановил их. Этот мир сошел с ума. Оно скроется, но ужасный... Всегда чуть вылезет. Ребят, вы не собираетесь взять что-нибудь нужное с фермы? Не совсем. Сан-Джонсы забрали все, что у меня было до того, как ходячие заполонили это место. Ах, я успел захватить некоторые твои вещи, пока Бренда не осмотрела. Ага. Не работает, Дак. Можешь я починить? Это просто видеокамера. Дешевле... Дешевая. Дай пострелю. Можешь честно будет сделать. Как ты? Я в порядке. Я просто не такой молодой, каким был раньше. Дорогая, иди вперед. И дай нам с Ли поговорить пару секунд. Блин. А, пардон. После этого будет сложно, да? После убийства отца Лили? Да. Могу себе представить. Что ты думаешь? Я с тобой, Кенни. Мы должны сделать то, что должны. Ты чертовски. Мы сделали то, что должны. Слушай, фургон в мотеле почти готов. Я передумал. Я хочу, чтобы ты поехал с нами, когда мы уедем. Да? Да, черт, мужик, мы команда, а я и ты. То, что ты убил Ларри до того, как он превратился в этого ходячего, спасло нас всех нас. Ты же спас мою семью. Да, ты заслуживаешь этого. Пошли, Клементина, будем ближе. В отеле поговорим. Ли, ты должен был убить тех людей. Да, Клементина, они были плохими. Они убили Марка и собирались убить нас. Их надо было остановить. Понимаешь? Да, я думаю. Да. Эй, папа, что это за шум? Как будто машина. Господи, только не новые незнакомцы. Выходи, я буду стрелять. Почему медленно? Странная машина. Все равно, если... Кто бы оставлял так? Вот оставили машину, отошли его, допустим, сюда к дереву, еще что-то. В чем прикол? Топливо кончилось. Как я и думал. Ага. Дядь, ты должен это видеть. Тут полно еды и припасов. Эта еда может спасти нас всех. На пару дней. Не всех нас. Не беси меня. Слушайте, мы не знаем, мертвы эти люди или нет. Если они вернутся, то мы можем просто... Будем просто монстрами, которые пошли из леса и разрушили их жизнь. Эти вещи не наши. Пап, чья это машина? Так, не волнуйся по этому поводу. Теперь она наша. Так, она брошена. А что если нет? А что если она не брошена? Что если она чья-то? Они припасы все равно возьмут, независимо. Клементина, мы должны взять эти запасы. Они нужны нам для выживания. Кто сказал, что решение принимать тебе? Эй, у нас нет времени для этого. Нравится вам или нет, нам нужна эта еда. Ну теперь иди сюда и открой этот багажник. Берите у этой женщины оружие, она меня раздражает. Она и стрёмная.
Припасы? Я возьму это. Здесь еще еда. Как бы да, зомби-апокалипсис, надо все забирать, все, что можем. Отлично, может, наконец-то переживем все это. Так, почему бы тебе не понести это? Хорошо. Тут еще коробка с едой. Я возьму ее. Это толстовка ради твоего размера, почему бы тебе не взять ее? Может, похолодает? Она не моя. Теперь она твоя. Все. Вы заставили комитет взять толстовку. Вот, Клем, нужно вам батарейки. Эй, Ли, насчет камеры. Я починил, ты должен это увидеть. Блин, серия не кончается все. Еще, наверное, 5 минут. Давай. Интересно, успеет обработаться или нет? Это когда мы только... Когда этот чувак приехал, нет? А, кепки уже нет. Джейк, Барт, Линда и все чертовы больные из Сайдлотс, они называют себя бандитами, но они чудовища. Ах, дорогая детка, посмотри на себя, посмотри на себя. Ох, милая, тебе нужна мама. Мы же не позволим этим бандитам взять тебя. Как так, Гримити? Нормально. Я не знаю, можешь мне найти ее? Конечно, когда ты потеряла ее? Пару дней назад она еще была у меня. Обещаю, если я найду, то притащу. Все думают, что ты в безопасности сидишь, ведешь себя как будучи бывалым, не убивай их самостоятельно. Тебе нужно бояться живых людей, людей, которые я называла друзьями. Не волнуйся, малышка. Бандиты отвлеклись на ферму. Пока они получают еду, ты будешь в безопасности. Я обещаю. А теперь, поскольку фермы нет, у нас будут проблемы. Типа намек. Давайте. Покажи, что будет в следующей серии, я закончу. Давайте. Кстати, это, по-моему, единственная игра, где я не показываю, что будет в следующей серии, если ошибаюсь. Давай. Ну же. Мейкон, наконец, дружище, ничего не осталось. Мы должны сваливать отсюда. И ты нужен, чтобы мы могли пробиться. Это все, что у тебя есть? Я же говорил, в городе ничего нет. У меня и ни одна нехорошая идея. Мы должны уйти. Дак прошлой ночью спрашивал о ферме. Черт, давай. Что он происходит? Это его не сильно взволновало, но что-то там. Мне нужно на побережье. Доставь нас всех туда. Это безумие. Лили не справится, да? Мы убили ее отца. А че не справится? Тащи, да, да, ты Лили было бросить, а сейчас толкать меня нет. Может, где ей не остается. И дела идут не очень? В любом случае, это круто. Может, теперь еще сильнее визнуть будет? Господи, это просто... Люди сходят с ума, когда напуганы? Иногда да. Ты мешок мусора! Я одна тяну эту группу! Можем все обсудить, хорошо? Мы можем все обсудить! Я скажу тебе, что мы можем обсудить. Один человек не может портить всем и все. Да, и застрелилась. Ага, жалко. Ну что ж, всем хорошего. А, тут же теперь показатели. Так, что я сделал? О, вы убили Джолин. Да, я убил, я 20%, да.
31. Вы помогли убить Ларри? Да. Мы прагматики. И вы убили обоих Сан-Джонсов? Да. Ну ладно. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.